В минувшее воскресенье прихожане севастопольских храмов провели флешмоб. 8 апреля православный мир отмечал светлый праздник Пасхи. А чтобы напомнить севастопольцам, что радость этого праздника длится целых 40 дней и называется «Попраздненство Пасхи», прихожане храмов подготовили яркое зрелище. Флешмоб собрал на Приморском бульваре у солнечных часов несколько десятков людей с яркими лентами. Участники кружились в хороводе под пасхальное песнопение. Радость Пасхи не заканчивается куличиками и крашенками, уверены севастопольские прихожане. Повод для радости есть всегда.